Ну, я, правда, не готов еще. Еще. Скоро. Вот this, Пеймар, опять заели. Ну что, если фильтры прохудились, то, скорее всего, здесь будет этот инфекционный туман, эффект турбина. И стелс придется с турбиной. Инфекционный туман? Да. Ну, вот так вот даже. Еще посмотрим, ошиблись мы с тулами или нет. Ну да, я уже вижу зеленый туман. Но этот не наносит урон еще, правильно? И враги заспавнились. Четверо врагов. Убей. Этот заносит. Кто, это уже инфекционный да, туман? Это инфекционный, да. Я присел и получил. Я нашел Fog Repeller. Но он, по-моему, только немножко, да? И он надо на раз, трехразовый. Ну, а себе у нас какое место приземления, тоннель. Вот и терминал. Слева ящик. Там в той стороне еще двое есть, в передней комнате. О, прикольно. Тут инфекционный туман внизу. Может кинуть сюда Fog Repeller? Куда тебе кинуть Fog Repeller? Вот сюда. Пингуем медпак. Я кинул Fog Repeller. Что-то странное произошло. Сейчас он сработает, блядь, чуть-чуть. Не светите туда. Там враги как бы. Да нет там. В этом тумане лучше не пригибаться, что ли? Да. А, вижу. Все, тут чисто. Скал, а вы взяли стороны? Ящик, который был слева от вас? Я ничего не брал. Медпак, тул, рефил и амма. Инфекционный пак на две штуки. А. О, у меня еще Fog Repeller есть. Хорошо, можешь наверх сходить, я пока дверь открою. Там скаут в следующей стороне уже есть. И... Да, он прямо здесь, перед входом. Кажется, он там один. Прикольно. Сейчас пистолет можем проверить. Так, эта комната еще все еще. Все еще с врагами. Да. Скаут пошел наверх. Тумане где-то четверо. У меня не получилось понял. Убить скаута. Это плохо. Здесь проснулись. Ну. И здесь же заспавнились люди. О, гигант. Да, поляха мульха. Да. Иди, пожалуйста. Да. О, господи. Я хотел переодеться на Burst Cannon, но, к сожалению...
Окей, у меня 28%, у меня просто залезали. Так, у меня 32% на фейвисинге. Я очень хотел этот взять Burst Cannon, но в этот момент меня начали отвлекать милишники, и я даже по гиганту не поставил. Плохого рефайлера. Не, обидно. А ты еще один? Ой. И здесь есть хобри пайлеры. Ну как, где побыстрее. Нет, они все на 3. Не осторожно, там, там падаешь в туман. Ага, о. Там дверка. Ну, по крайней мере, я вот тут справа шел и я упал. И потом я задыхался, я не понял, что мне делать. Ваша го уже 50% инфекшн. Вау. Ну, ваша го, значит, сейчас макс хп 50. Но у него вроде дезинфекшн паки были. Ну, пока можно не лечиться еще на дезинфекшн паке, все равно макс хп столько же. Ага. Так. Блин, ну. Похоже, нам нужно к той двери. Ай. Ну, все, у меня 20% хп. А, тут пропасть, что ли? То есть дезинфекшн паки не использовать. А как нам туда пока прийти? Ой, это вредный. Ой, я тоже теперь инфекшн. Тут надо репеллеры кидать, видимо. Сейчас я первый кину. Там, если что, еще там враги есть. Там враги есть, да. Здесь, скорее всего, разделите. Ну тут надо все вместе? Ага, окей, мы здесь. Еще кидать? Пока не надо. Так, тут там еще враги. Давайте я дальше кину. Да, слева, слева от нас. Ну тут прямо пятеро врагов, да. Лучше туда прям так не светить, а кидать. Там уже лестница. Так, стоп. Ок. Шлебить. Ой. Ау. Да, слева еще проснулся. Иди. Есть непомеченные. Мертвые. Это класс 4 аларм. Ок. А он будет в туман нас вести? Да. Прикольно. Надо раскидать тогда заранее. Ну, можно не заранее кидать, можно, в общем-то, кидать по мере того, как они мы с экраном будем появляться. Они просто так долго раскручиваются. Ну, это да. Ну, я думаю, здесь это нормально, то, что инфекцию тупо насыпят. О, нет, пак. Так, я себе заберу, я лечиться пока не буду. 20%. Ок. Патроны нашли и этот тул. А ты пинговал их? Они здесь? Да. Ну, я тул рефил находил. Патронов нет. Тул рефил я нашел. Патроны ну, тоже значит, были. Не было. Ну ладно. Потом ничего. Соберем. Давайте открывать. Я кину фулгрипеллер сразу и пойдем. А, ну я сдохну, правда. Командуйте. Пипец, это а, будет жопа. У меня сколько? 41. У меня это... Мне минус 34. Поехали. Ты кинул уже. Я ждал команд. Ага. Она идет наверх, похоже. Нет. Нет. Вниз, но не там, где... Я сейчас... Ну я кинул, конечно, но... Нет, ты не сдохнешь. Инфекции 100% не вдыхаешь. Я просто хп 10. Да, инфекция максимум 90. Враги там идут? Упрется. А, начинаю. Ну это слева так... Первый идет, но... А, некоторые идет. Внизу. Все, пошли. Некоторые скопчивают 3 из... Тут еще один. Все, бегают, я пингую. Последний идет. Репеллеры помогли. Так, скан идет опять вниз. К нам же, на ту же позицию. Там гигант. Я умираю. Убил. Пойдем наверх. Mm-hmm. У нас все. Нет, не все, там еще двое. Нет, не четверо. Я видел на радаре только двоих. А что пометил с четверо? Плевал.
Я попробую их убить сейчас. Окей. Так, кажется, все. Ну, если что, мы знаем, что здесь еще есть фог репеллер, если что. Мы... Так, я когда будем переигрывать эту миссию, надо будет турель внизу поставить. Угу. А че музыка-то идет? Музыка? А, да, еще один чувак. Назад отступаем тогда? Не-не, сейчас. Я убью. Вроде вся, да. Угу. Да, тут что, пустая комната? Тут пустая комната, что ли? Нет, не пустая. Тут есть враги. Они где-то на периферии радаре впереди. А, я упал в туман, я упал в туман, я упал в туман, я внизу нихера не вижу, где я. Тут нет пути назад. Это конец. Я упал в туман. Инфекция 100%. Ты пробудил. Комната проснулась. Я вышел из тумана. Пока не знаю. А, вон там. Вы отбиваетесь там? К нам никто не... А, не прибежал. А, прибежал, вот. Да что стрелять-то? Нормально все. Да, разброс у этого хелл-пистола, конечно, не очень. Так, еще один медпак и лох-мелтер. Киблю 44. Угу. Все, у меня 15% хп. Хорошо. Нам надо знать, куда нам идти. А, ну у нас 5 Power Cell'ов. Еще кто-то живой, судя по музыке? Чувак, нам что, сейчас искать... Пока не вижу никого. ...ключей в плане? А... Окей. Так, сейчас тут у меня класс 5, класс 5 аларм, хорошая новость. Какой там... Key Blue? Key Blue написано в верхнем левом углу. Окей. И Грей, ну, еще Грей нужен. Терминал не отображается. Ой, тут враги. 44-й мне. Я блёк. В этом проблема инфекшена. Потому что с 10 хп тебя убивает милишник ваншотом. У меня 15 хп было. А, у меня хп падает, потому что у меня инфекшен. Пойду танчить. Он один. Я справлюсь. Я справился. А может, а есть дезинфекшен у кого-нибудь? У меня два. Дай мне, пожалуйста. Зачем? Потому что у меня падает хп, ты можешь спасти меня. Окей, все, спасибо. Понял? Так. Давайте еще поищем этот, как его. Тут у нас есть терминал, да, терминал. Там... А, куда нам идти? Но тут, тут, по-моему, есть только класс 5 открытый, поэтому у нас выбора особо нет. Давайте еще фок турбину поищем. Какой она? А, кстати, да, погуглите, погуглите фок турбину. Может, она была в самом начале, мы ее прошляпили. Это бы все упростило. Ну, скорее всего, нам бы тогда не насыпали столько этих репеллеров. А вот. Как? В каком смысле? Этот лист фок турбин. Ну, это, кстати, сюда. Тут аптечка лежит. Да-да-да, тут аптечка взаймись, есть и тут. Сюда взаймись пинга. Тут есть лонг-рейндж флешлайт. И у меня мопак еще. А мопак, кому его давать? Так, а где терминал? Михай, я пробовал лист фог нижней почёвых линии турбин и лист просто и... Не работает. Дайте я посмотрю на всякий случай. Потому что, ну, есть вероятность о том, что здесь не будет турбины, и в этом... Возможно. ...проблема. О, цел. Куда этот цел вставлять? Цел это в дверь какую-то пойдет, чтобы её открыть, по-моему. Или нет, генератор, который откроет что-то. Ой, я заблудился. Не, фога, кажется, нету фог турбины. Окей, ну. Да. Фог. Надо лист фог писать? Не-не-не. Зона 608, зона 610 у нас на два ключа. А, кстати, можно целый еще прогуглить. Где у нас... Мы только что нашли один, как... 5 пауэрцеллов. Как нет? Ты ввел лист фог, ты говоришь нет. Я и говорю, ее нет. Так я тебе говорю, надо лист фок писать, ты говоришь нет. Я сказал просто то, что ее нету. Ну ты ответил нет, я тоже услышал, что ты как будто бы ответил нет сюда. Понял. Неважно. А, так. Кто-то умирает. Ну это уже я понял. Эта миссия уже очень дисциплинированная, требуемая. Вы нашли Power Cell, который был непосредственно рядом с вами. Ты говоришь, что
90% инфекция, а почему инфекция на 85 останавливается? Нет, она падает, ты лечишься со временем. Нет, значит на 85. Нет, там инфекция на 80. Я только что ходил по туману, у меня было 100 инфекций, я пришел, у меня стало 85. Ну я же говорю, лечишься со временем. Окей, отлично. Да, лечусь. Я и говорю, значит у нас... Нет, понерфили да. Инфекцию. Почему да, все кашляете? Понерфили потолок. Ладно, нам нужно этот кран делать. Да, левел 5. Так. У нас... Пог есть. У вас есть репеллеры? Ну тут, если нам надо будет... А куда турельку ставить? Пог репеллер есть. Мне не нужен... Вот смотрите, тут один... Если что, мы можем... Один вход. Поэтому тут один вход, туда и надо ставить, да. Так что бегите к входу и... Туда, я думаю, все три туретки можно вставить будет. Что, у меня снайперская туретка? Ну, ее ты ставишь на больший рейндж. Чтобы она больше людей... Рассматривала. Вот и все. Ну что, поехали тогда? Смерть. Я всем раз... Нет, я кому-то не дал патронов. Ща. У Баши гонят патронов. Ща. Уверен, что так будет эффективно? Вряд ли они будут мимо бежать очень быстро. Ну, тут уже стоит просто одна. А ты можешь рядом постоять. Это ж не важно. Хотя, может, они конфликтуют друг с другом. Короче, как хочешь, это не важно. Это какая? Класс 5. Окей. Да. Ну, комната выглядит... А у вас у всех... Вы все ваншот? Нет, у вас у всех достаточно хп, чтобы пережить ваншот. Это хорошо. Да, да, да. Мы все, если что, переживаем ваншот. Ну, если сильно в инфекции не гонять, как Бош и Го сейчас. Так нет, он вылечится. У него инфекция упадет, а потом ХП пойдет. Да. Но я к тому, что вот сейчас у Бош и Го будет... Что, я нашел лестницу, она где-то в центре, короче. Идемте к двери уже. У него у кого нет фогрепеллера? Есть. У Бош и Го есть репеллеры, и у Судала есть репеллеры. Ага, ну готовьте. Договоритесь, Судал, давай ты кинь фогрепеллер, если увидишь, что туда идет сканер. Вниз. Подожди, а нам он нужен? Мне просто не нужен. А вы куда? Но ты не можешь от него избавиться. Не сюда, не в эту дверь, ребят. А, не в эту? Вот дверь. This door. Не, просто у нас есть те, кому нужен этот фогрепеллер. Так ты не можешь его отдать. Он кидается. Это штука, должен... которую ты кидаешь. Это как граната. Нет, я имею в виду вообще, смысл сейчас кидать ее. Потому что если мы сканить будем в инфекцию... Когда сканер пойдет вниз... Да, просто кинь, пожалуйста, фогрепеллер, когда сканер вниз пойдет. Я не понял, зачем, правда. Господи, он очистил этот инфекционный туман. Так он уже всех убил по максимуму. Нет, меня не убил по максимуму. Если мы там будем убить, то он будет убить, пожалуйста. Ну. А, я не могу почему-то включить. А, он на шестерке. Ну ладно, за ним. Ну да, он еще глубже идет. О, тут... Ну, короче, это без шансов, я понял. Все сюда. Первые враги начинают ходить. Если сюда... Я не знаю, как это... Он слишком долго... О, почистился. Вот они. Скан идет вверх. Я скан. Чья-то туретка не атакует практически. Сюда, да. Наверное. А, назад, через верх. Ага. Вот тут я еще. Пока некого сканить. Дезинфект. Репеллеры хорошо раскидывают. Ящик не самое время для того, чтобы сам чистить. Так, это второй скан у нас. Теперь третий. Ок. Ну вот сейчас уже можно не кидать у всех инфекшн максимально. Вон там медбак, если что-то торчит. Ну, нам сейчас поможет там дезинфекшн. Пошли. Так. Вперед! Понял, как сказал. Тут они не помечены. Да. Я свой ваншот потерял. А назад идет сразу. Назад идет. Медленно. Он будет рядом, похоже. А, нет, он разогнался. Ок. Я... Вахка. Так. Меня кто-то стреляет?
Мы помеченные вижу. Они бегут. Так, предлагаем к двери. Мы так говорим. Да, мы можем немножко. Ну они сбалансировали явно, тут враги не очень все равно. А, последняя волна еще. Так. Да, длинно промежаю, конечно. Расслабляться. Лидерные не очень нет. Также это не сильно я трачу. Так, не помечены, не помечены. Помечен. Не, да, вижу. Тут довольно много. Еще много. Он живой. Все, минус. Бежит еще двое, один не помечен. О, я по нулям. Еще есть. Еще прилично. Так что они спавнятся? Скорее всего, старая заставленная волна. А, может поэтому так легко было, она где-то застряла? Комната другая. Так, ну что, нам нужны туретки? А, слушай, наверное, это потому, что две гигантские комнаты подряд были. И поэтому они спавнились фиг знает где. Поэтому мы долго первую волну ждали. Да. Я открываю дверь. Так, у меня турель пустая. А, да, турель. У меня турель 72%. Видимо, снайперская турель не очень здесь эффективна. Логично. О, я нашел, куда вставлять шумный генератор. Да, они в центре стоят. Так, зон 610, зон 608 дают нам ключи. А я получился. Вот лестница. Музыка играет. Еще кто-то живой, что ли? Нет, по-моему, это из-за тумана, по-моему. Там ухай помочил его какой-то, да. Там все нормально, все под контролем? У нас не под контролем все. Мне кажется, эту миссию предполагается проходить. Ну, пока вот все так. Под контролем. Да. Я умудрился сорвать анимацию крика, поэтому, когда еще одного чувака разбудил... Не, в том плане, что дальше мы будем рукопашными сражаться. У меня есть локмелтеры. Зачем локмертер, если у меня есть скилл со второй... О, дезинфекшн, прекрасно. Там... Так, там что-то шумят, сидят. Огрепеллер есть. Если кто-то может взять, у меня просто лонгрейндж. О, ну нет, не здесь. Это класс 5 аларм, если что есть. Опять? Окей. Полк. Мне бы АМО. Внизу чет. Шевелится. Сюда он, кстати, постреляло хорошо. Еще он успокоился, да? Иду. И термин. Там еще мелкий. Он бьется. Окей, спокойно. Пойду на мелкого убьешь, давай. Это гигант, мелкий. Бьется гигант, гигант бьется. Все норм. Давай гиганта убьем втроем. Давай. Стоп. Бьется. Раз, два, три, заряжаем. Поехали. Найс. Еще есть саги. Да. Не, здесь много вроде. Опять нет. Я терминал плохо вижу, в глазах уже... Да, тут враги трясутся. Ага, у тебя там где-то 6 врагов. Дезинфект. О, кстати, прикольный еще генератор. Я, кстати, дезинфект на 4 подобрал. Гигант? Где? Амма нужна. Амма, это хорошо, раздай, кому нуждается. Мне. Бакуголок нужен, у него по нулям вообще. Бьется осторожно, они двое бьются. Пингой дезинфект.
Дезинфект, по части мы смотрели. Проснулся. Все, все проснулись. Не всех инганул. Очень много проснулось, если что. Слышно. Сейчас будет второй скан. Ой, блин, со всех сторон. Надо отступай. Я мог. Умер. А, так, я... Зараза, я сейчас умру. Блин. Удачи. Гигант идет. Верст. Ну, 3 из 4 промазал. Нормально? Ну, как раз мне нужно было бёрст тратить. Ну, Сайко вот полный хп. Почти ничего не потеряли. Кроме ОМО. Я не тратил патроны, я ударил молотом. Ну, кстати, хп больше, чем было, стало. Мне 20%. Сейчас уменьшится. Так, дезинфекцию еще раз пингану. Я себе одно ОМО жру и одно. Так, это дезинфекция. Правда, блин, надо было судалу на самом деле, но судал почаще стреляю из колдана. Так, аммопак. Блин, терминал искажается, пипец. Ну, кстати, один был генератор, который, видимо, открывает. А, вы его собрали уже. Тут простая дверь вперед. Медпак не нашли. Да, можно было вот это, видимо, 14-я зона. Это, скорее всего, ресурсная какая-нибудь зона. Видимо, нам туда. Так, вот это медпак. Так, 610, 612. Да, там не туда. Это там, где красная дверь, похоже, дальше. О, у нас тут еще обычная дверь. Да-да, вот она, я перед ней стою. Пойдем. Надо идти. Там есть. Враги. И кровавая дверь. Да, красная дверь, она отсюда шумела. Да. Тут опять туман. Ну, впрочем, уже все равно, правильно. 12-й. Нам нужно. 12. Тут они враги бьются. Трое внизу. Вот там у тебя трое. Я вижу двоих. В тумане вижу ноль. Тут есть что, скаут? Двое. Двое? Три красных. Да-да-да, тут двое скаутов. Они это прям в этой комнате. Они идут к нам. Да вон они идут. Они довольно близко. Я иду. Лучше отойди. Но они ниже. Окей. Ну, я думаю, сейчас будет перестрелка. Они сейчас будет перестрелка со смертельным исходом. Если мы обоих. Если они оба крикнут, то да. Мы можем одного убить, второй сейчас вот, который к нам идет. Хайп, давай, удачи. Найс. Второй пустил. Да. Второй там среди троих мобов стоит. Угу, ждем. Там ничего не сделать. Ну, я могу, конечно, пострелять. Через туман подсвечивает. Через этот. Не знаю. Let them sleep. So we don't have to fight them. Ну, я тут надо, блин. Да. Стрелять предлагаешь? Кстати, жаль, что у нас мин все-таки не было, потому что Бладборы без мин будут так себе. Будем довольно много терять. А Хелган не убьет, да? Хелган? Хелрайфл убивает.
Райфл точно убивает. Просто комнату про это. Мне кажется, надо подождать, пока он отойдет, и троих убить, если он туда-сюда будет. Окей. Ну, я могу просто ему с берста, на самом деле, его убить просто. Можешь попробовать. Но тогда комната проснется. А тут, думаешь, много? Я так не проверил, достаточно умирает ли он много от этого скалиберного пистолета. Сейчас посмотрим, сейчас, он сюда пойдет. Сейчас мне лучшее время, чтобы это проверить. Ну вот этих троих надо убивать будет. Да. Стало это пойдет. Ну вот медленно из-за этого. Тут сколько, да, трое. Ну что, давайте втроем пойдем. Я не понимаю, пойдем. Сейчас, где трое? Я вижу двух рядом сидящих. Так, я отошел еще. Забыл сел просканировать. Пойдем. Так. Хорошо, молодцы. Один где-то вот здесь вот сидит. Только двоих мы убили, да? Да, да, да. Осторожно, скаут щупальца пустил. Сейчас стянул. Он идет сюда. А где ты, господи, чувак? Скаут пришел. Скаут, осторожно, хайпи. Скаут щуп! Окей, найс. Я ж вижу его. Там проснулся, правда, проснулась. Я кого-то разбудил. Так что отходим назад к двери. У двери ставим три туретки и поехали. Все, можно с ними убивать там последний. Найс. Нет, не все. Еще кто-то где-то есть. А, ну это скаут, наверное, перефиг. Нет, не скаут. Просто его можно... Скаута мы убили. Да-да-да. Скаута я убил, да. Простите, простите, ты его убил. Я понял, что это за белая точка. Она вообще не в этой комнате. Белая точка? А, да, ты врага, не... который третий ты искал? Да-да-да. Здесь есть враг, но он, судя по всему, либо наверху, либо снизу здесь же. Ну, в смысле, в соседнем лейауте. Поэтому точек так много было. Ну? Так. Поблаторы? Пока рано ходить. Нам не знаю, куда идти. Да, вопрос, где целы? Нам нужно просканировать список всех целов, потому что нам нужно еще 4 штуки найти. Ну, в этой зоне нету. Я лист цел этой зоны делал, но тут нет. Тут еще один класс 5. Да, нужно заквейрить, собственно. Нам нужно вообще вскрывать эти побочные дыры. Мы без ресурсов не переживем. Ну и, кстати, нам нужны как бы амапаки и все остальное. Потому что у нас реально патронов очень мало. А в каких зонах целые? Вот я сейчас это делал, сюда вы и узнаю. Что, 12-й есть? Кстати, дайте-ка я пока сгоняю к этой предыдущую зону, там один неоткрытый есть этот. Ящик? Так. А как query cell зон 612? Мне так не поработает. Нет. List cell, находишь список всех целов, а потом делаешь query каждую и смотришь, какой она зоне. И выписываешь себе куда-нибудь. Блин, я плохо, что я терминал плохо вижу. Можно в чате выписывать. Так, в зоне 600, в зоне 606 есть. Можно в чате просто выписать. Пиши в чат, Чейзендер. Ну, или это больше его можно написать в чатик. Как, в смысле, не понял, зачем в чатик? Чтобы заполнить, в какой зоне. Ну тогда пишите кто-то. 606. Нас, кстати, так ты сам пиши, зачем нам два человека. Господи. 106. Давай дальше. Просто можешь диктовать, я наберу. 607. Видимо, они по порядку будут. Да, скорее всего. А, можно прям так писать. 608. Ну, проверять дальше? Не, да. проверяй. Все нужны. 607, 608 там пойдут. 606 все еще есть одна. Где кнопка Return? Return это Enter. 610. 612.
все? Нет. 5 их всего. 613. Так, ну я вас уже. Кровавая 2, 612, нам туда нужно будет идти. 610 это класс 5 слева от кровавой. Нет, это еще одна кровавая дверь. Две кровавые двери, обе нужны. Так, еще раз, то есть там было 612, 613 и 614. Это три последних. Их 6? Их всего 6. Окей. Видимо, нам нужно 5 из 6. Тогда, тогда не идем в кровавую. Так я одну воткнул уже. Да, это воткнутая одна пингуется в 606. Ага. Тогда нам нужно еще 4 из 5. Ребят, здесь тул рефил есть. Можно им... перезарядиться на 4. Мне не нужно. Порядки. А дезинфекцию взяли, кстати? Сюда вы, да. У меня 4 дезинфекции. Дезинфект я... здесь есть. Дезинфект пак. Я какой-то брал, но это не очень. Ну да, это полезно. Возможно, в следующих комнатах это полезнее будет. Мне кажется, туман-то поубавился в последнее так. время. Давай. Так что, может быть, и стоит раздезинфекситься и перестать. А, ну, кстати, туман, возможно, убавился, потому что мы эту вставили, одну из цел. То есть тут каждая вставленная, вот это уменьшает. Давай я на тебя тоже проюзаю. Да, и похилить можно. Ну. Сейчас вот all refill я вижу. Так, да. Я себе один возьму. А, их на 4, о, счастье. Да-да-да, я поэтому говорю. Зачем, зачем чинить рециркуляцию воздуха на такой базе? Тогда бы уж вначале бы зачистили от всех этих опасных созданий. Ну, вот ты зачищаешь, и у тебя инфекшн до хрена, и все плохо. Это помогает. Судя по всему, нам нужно... Что там у нас? Так, это ты что, мне турель дал, что ли? Да. 610, 612, 613. У нас 609. Давайте смотреть, где тогда все вот это находится. Ну, я почти безоружный, Халган больше никогда в жизни не возьму. А вы сейчас не потратите расхил? Тебе Халган не понравился? Нет. Окей. Не специфичный, но он очень мощный. Это 613, 613 у нас есть. Это за 5 классом. Теперь давайте посмотрим, есть ли в Бладдорах каких-то. Да, есть в обоих. В обоих Бладдорах. 612 есть. Ну что, давайте тогда 612, наверное. Давай. Сейчас я подойду, я далеко от вас. Блин, я нашел себе туман, в который можно упасть. А напаков больше нету? Ну, рип. Это дезинфект. Ну, маков пока больше я не смотрел. Че, открывать эту дверь? Целиться надо. Погоди. Мы можем также все три туретки поставить вот здесь, вот и дефать вот около этой двери. Ага, да, уход. Мы там уже дефали, когда разбудили. Угу. Так лучше, кстати, не ставить туретку, она не постреляет ни по кому. Это? Да. И че? Твоя? Смотри, вот снайперскую туретку можешь поставить вот отсюда и направить ее вот сюда. На меня. Да. Патронов очень мало, мы амапаки не нашли, правильно? Их нету. Нет. А, судалф, нет, не, так туретку не ставь, бесполезно. Мы здесь будем дефать, поскольку ты ее можешь поставить вот где-то вот отсюда, направленную тоже сюда, на дверь. Откуда сюда, я не вот, понимаю. От моей позиции направить на вот эту вот дверь. На нас? Угу. На да, меня. Да. Так, в смысле, ну это на нас? Да. Стой под углом к ней. Стой справа от двери просто. Вот, вот здесь. Да, мы просто будем стоять где-то вот здесь вот. И пугать. А, то есть мы не будем стрелять в проход? Мы будем... Посмотри, где мы стоим, ты увидишь, что мы стреляем в проход. У нас все равно патронов очень мало. В первую очередь турельки должны оптимально стоять. Смотри. Да, у нас туретки будут в основном сейчас дефать, потому что у нас тулов есть и патроны там есть, а как раз у нас самих нету. Вот другого можешь открывать и бежать к нам. А, дай мне медипак. Сейчас. Она уже поздно. Видимо, уже поздно. Я разведусь. Вот там гигант. Я трейчу. Так, я в основном с Burst Cannon буду. У меня только Hellcan. Радар, чуть отойди. Логично. Ой. Гигант. Радар, на линии огня стоишь. Ну, подвинься чуть левее, я не могу встать. Мне просто обратно. А я тоже, у меня лево не влево некуда. Хорошо, я встану слева. Найс. Зачистили, выдвигаемся. Там еще, может, спящие есть?
Скорее всего, есть. Но пока я не вижу. Там плевалки. Трей 47%. Чего нам плевалки, когда у нас и так? Они хп сносят. Ну, у меня 36%. Они по чуть-чуть, да, сносят. И у меня, как бы, инфекшн сейчас... Тут есть терминал, но, видимо, он вам не нужен. Не, нужно здесь пинговать цены терминала. Я пометил. Кстати, у кого есть long range flashlight, можно как раз... Да, есть. Светить. Ну, светить. Куда? Светить, а, на вот... эти? Я да. Понял. Оп. На эти. Так. А вы все кашляете, бесите. Я, между прочим, РЛ кашляю. Это очень триггерит. А, попингуется. Тут, кстати, можно было выписывать еще и номер целых, а не только комнаты, чтобы было быстрее пинговать было. Так, 612B там дальше идет. Окей. Так, тут ездит инфекция, медпак и амма. Амма — это хорошо. Угу. Да, пропингую, и в какой комнате здесь цел находится. Так, сейчас это вот амма пингую. Нам по-любому... Не, я пока... не вижу. Ариаджей. Ариаджей, понятно. Тут довольно много. Тут с воротами сразу двое. Так, а... Сэл? Мы идем уже? Я сейчас приду. Отойди. Туманчик. Так. У меня, в принципе, есть гипотеза о том, что мы можем... Сколько у тебя у этой... У... Центригана? 48. Смотри, что мы можем сделать. Снайперить будем. Давай попробуем. Центрю поставь... кстати, мы можем, в принципе, разбудить гигантов таким способом. Но я предпочитаю просто... Можно закрыть дверь? Да. Не-не-не. Дверь закрывать особо не надо будет, вот правильно поставил туретку. Пингуется сел. Пинганул, Реджи. Стреляющий. Вы видели? Да-да-да, я заметил. В какой зоне он находится? Джи. Джи, окей. Смотрите. Там кто-то бьется так активно. Да, там гигант бьется. Просто чем бьется-то? В другой зоне вообще. Чем бьется и другой. Да. Давайте я разбужу. Ну, удачи. И... побегу. Ни хрена не видно. Желательно разбудить их бёрст кэноном, конечно, да. Я это понимаю, но я поскольку их не вижу. Я понимаю проблему. Можешь поближе подойти, попробовать. Посмотреть, где они, а потом вернуться назад. Кажется, он вот здесь вот. А, там инфекшн будет, я понял. Да. Проблема, а у тебя не 10%? Мне казалось, что где-то вот здесь вот стоял. Может, стоит... Ладно, я наобум стреляю. Рип. Попал? Нет. Я угадал. Ща, главное дать им, не стреляйте по ним сразу. Не стреляйте по ним сразу. Сюда, не стреляйте. Отходим, не стреляйте по ним. Дайте снайперский. Ой, они отсюда достают, отступайте. Да. Лучше ко мне идти. Сюда, не стреляй. Почему? Потому что там турелька снайперская стоит, она их убьет. Все. Еще будут? Пока нет. Найс. Мы здесь специально, чтобы наше ОМО не тратить, тратим ОМО снайперской туретки. Ага, я не знал про этот план. Тут, кстати, фиолетовая штука висит, в смысле, зеленая штука висит сверху, которая плюет. Нам в инфекшн, похоже, надо, либо нам нужно... У вас есть? Ну, как, можно вернуться ради них, конечно. У меня 65%, конечно, неприятно будет получать. Мне кажется, надо жертвовать, тут ничего не поделаешь. А, кто-то кинул. Кто-то кинул. У нас еще фог грипп есть. Зеленые, okay. Я не слышу врагов, тут есть зеленые, да. Враги в следующей комнате, там их сколько? Там их шестеро где-то. Еще есть фоги? А, тут открывали. Да, надо оперативнее двигаться, у нас репейлер. Ай-яй-яй. Проснулись. Окей, отходим. Ну или можно их смели, в общем-то. Да-да-да, смели, хорошо. Ой. А мне пофиг на эти плевалки. Поднимайте. Да, я поднимаю. Они ведь урон наносят. У нас скоро фогрепеллер кончится. В теории, да что, почему он плюется? А, тут двое, прикольно. Да. Так, дальше у нас тоже, собственно. Че, две двери. А, еще три. Еще есть фогрепеллер? А, три, говорю, есть репеллера. Ну, окей. Уже поздно, мне уже снимать. Кинул? Да, кинул. Да. Они бьются, осторожно. Нет. Проснулись! Проснулись. Но никого не разбудили.
Он прибежал в нашу комнату и, похоже, тут покричал. Да-да-да. Ну, фог репеллеры ты чё, не кидаем? Ладно. Да уже, мне уже всё равно. В смысле не кидаем? Всё, я увидел то, что ты сюда кинул, но мне уже, в общем-то, пофигу. Можно уже не кидать. Проснулись. Проснулись опять. Там трое. Они помечены. Да, они помечены. Там одна... Ещё есть? А, ну пусть подойдет тогда. А ты пошел ее убивать, окей. Да. Найс. А какая разница? Ну, в общем, да. А мы вдвоем быстрее поднимаем? Не замечал. Так, нам нужна... Так, это зона F, нам нужна зона G. Я вижу его мелко. Тут привалка, блин. Окей. Нам может быть вверх. Я не посмотрел, на скане есть ли здесь... Личинки тут. Есть? А, тут есть враги, есть враги. Проснулись. Проснулись? Да ладно, хватит. Эта игра не такая плохая, все было нормально. А, меня положили. Там, ну, а, меня положили. Ну, значит, как это произошло? Снизу, по дефайте. И потом к нам наверх. Радар один, по-моему. Нет, а, нет. Чего? А, я просто смотрю в чате, да, он это написано. Можете подниматься, я думаю. Он один был, что ли? Там их двое было где-то. Они, по-моему, еще не проснулись, я слышу еще врагов. Возможно, лоялт, кстати, жизнь здесь запутан еще. Не будите, у нас еще нормальный живой забег. Блин, мой фонарик не дает посветить на вот эту штуку. Ладно. Поднимите еще меня. А, я просто начал проявлять. Угу. Тут нужно этот инфекшн резисты брать. А, да. Это здесь, по-моему. Ну, я не знаю, а они повышают прям мейнкап? Нет, они не мейнкап повышают, они, ты замедляешь это, инфекшн. Но если ты себе доберешь до 100%, то ты, у тебя иммунитет к инфекшн. Тут медпак. А что это значит? Ты не получаешь инфекшн вообще, если ты 100% себе. Сейчас следующий дверь открыл, тут много. Тут толпа. С фонарик осторожно. Ну что, давайте их просто замешивать, и все. А, там еще сейчас сверху... Видите? Бьются, с фонарик. Я всех просветил. Раз, два, три, заряжаемся. Открываемся. Не отступать. Отступаем, отступаем. Он один остался. Да, да, да. Нормально. Запомните, когда мы, соответственно, стелсим, кстати, цел мы нашли, то мы не спринтуем. Потому если что спринт мгновенно пробуждает всех. Если мы нашли, то можно возвращаться, или мы еще мапак не нашли? А мы нашли? Что а мы нашли? Нашли я могу, кстати, сейчас попинговать, если что. Так он все не шей. Я с батарейкой иду пока. Не, в смысле, а где мы цел наши? Что, что? Он у меня в руках. Попингуй тогда... Где мапак? Ау. Тут самое печальное будет, это если у вас эти привалки... довалят до этого, как его убить. Да. Если у вас совсем мало хп, долго бородили, то эта штука может убить. Мы тут дверь открыли, я не знаю, лучше открыть пока. Так. Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так. 12. Что у нас здесь еще осталось? У нас здесь остался мопак. Пинг, аммопак, 897. Он находится в Area J. Он не в той двери, Башуга, нам не туда. Он находится в Area J. Это, скорее всего, нужно будет в другую дверь и еще раз в дверь сходить. Стоит? Как считаете? Думаю, да. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, я могу цел обратно вставить, и у нас, возможно, инфекшн еще сильнее упадет, нам станет полегче, если хотите. Попробуй, тогда не будем пока продвигаться. Здравствуйте. Тут либо так, либо мы этот, как его, цел вставим в один из генераторов, который у нас был, и посмотрим, что в комнате 609. 609 это, скорее всего, ресурс, кстати. Давай посмотрю, что у нас там. Нет, и 609. Сейчас я, короче, подтащу ее к выходу. И, кстати, я максимум могу... А 6 целов это на 4 генератора... Ну, короче, вот этот генератор, который дверь открывает, он считается к цели? Вот сейчас я не знаю. Я поэтому хочу посмотреть. Кто-то пробудился. В смысле он проснулся? Да вы издеваетесь? Зачем вы туда вообще пошли?
Вы без биотрекера, если что. Зачем туда идти? Зачем, если вы не можете не будить? Ну лол. Гигант идет. Зачем дверь закрывать? Не открывай, не закрываем. Не сломается. Я кого-то к нему забил. Это кто-то? Это кто-то. Идет ко мне. Да ты знаешь. Это гигант. По-моему, да. Ты убил его? Он убил, он мертвый. Я до вас не дотягиваю. Гигант сзади вас, сзади вас гигант. Сзади вас гигант. Два гиганта. Гигант. Ну, если вы все умрете, гигант пойдет на меня, у меня, в принципе, может еще хватает. По всей эти мы убили. А, еще один гигант, там их три. У меня только ближний бой. Меня положили, но гигант сейчас умрет, скорее всего. Он еще жив? Все, он умер. Ну, зачем? Зачем было туда идти? Сам опасный? Да. Без хайпа. А что там, эти ночные какие-то? А там комната вся в тумане ядовитом. Кстати, уже нет. Так, 614. 614 у нас есть цел. Так что, ну, в принципе... Два дезинфекта. В Джей... Ампак, да? Тут Джей. Давайте посмотрим. Есть... Ой, ну да, есть. Есть 614. Ой, гигант. Ресурсов 614. У нас 614 довольно много ресурсов. Два ампака, два медипак, три медипака, два тулы... А нет, один тулырифил. Да, и два дезинфекта. Так что, в принципе, в нее можно будет сходить. Ты можешь пингануть сейчас эмопак, тот, который мы идем? Сейчас, да. Пять сек. Мне кажется, вот здесь вот эмопак, рядом с гигантом, в шкафчике с замком. У тебя есть лок-мелтер? У меня есть лок-мелтер, но я далеко от. А, тут два гиганта, отлично. Эрия Джей. Вот там. Это тот? Да. Да, это он. А тут, а можно что? Страту с туретками? Зачем? Мы можем взять этот амопак и свалить. Так там замок висит. Разбудятся ли гиганты, если сломать замок на локере? Давай. Мне кажется, да. Короче, надо... подождите меня. Подождите да, меня. Сейчас, давай, иди сюда. А локмелтер работает на замке вручную? Да, да, да. А, ну все, тогда, и здесь. Все, вопрос решен. Сейчас, я попытаюсь только к вам распринтовать как-то. Ну вот, ты, правильный маршрут, судя по звуку. Просто отсюда, тут не знаю, что дальше. И как сейчас. Наверх. Ща, вот я здесь, ты должен на меня идти. На тебя, сейчас. И тут лестница будет, там, где я. А, и тут туман. Вот тебе надо как-то сюда попасть, там, где я. А, о, то есть у вас там наверху вообще? Да. Понял. Да, мне в другое совершенно место. Так, я сейчас, блин, отъеду, если честно, у меня 3% хп. Я тебя подниму. Опа, нет, не отъеду. Я 2% хп. А почему ты должен был отъехать? Ты мог под инфекшеном умереть? Я мог умереть под инфекшеном, если бы меня плюнула одна штука. Вот так. Вот так вот, да. Я тебе показал. Да, спасибо. Хорошо, продемонстрировал. Потому что там все еще эти хреновины есть. Кстати, еще дезинфект есть прикольный. Да, он валялся. В смысле, я вот он там медпак валялся. А, я понял. Ну вот да, тут в несколько уровней, поэтому я сходил. Возможно, стоит медпак проюзить, у нас у всех по медпаку. Ща. Берите? А, давай. Так, да, по-моему, я один, если что, хожу. Угу. Я 40 себе сделал. Тоже. А, у меня не будет 40, он поменьше сейчас будет. 35 будет. Так. Такой Эмбиент еще играет. У меня вообще нет на один. Ты видел, что слева от тебя чел? Да, да, конечно, видел. Приколист. Вот, видишь? Ты проюз... Сейчас я на себя дезинфект проюзаю. А, трясется. А, кстати. Видите? Трясется. Да, да, я... Слышишь?
Но это бесполезно, я понял. Там ведь мы в туман опускаться будем. Тут сейчас лечиться вообще бесполезно. А, да. Забей на этот мет, мне кажется. А, смотрите, у кого ничего не есть. Ну, можно при... У нас да, дезинфект. Да. Ну, ну тут... Сейчас, вот, а я придумал как. Как пак на 4. Я придумал, что здесь надо сделать. Нахрена я так сходил, я не знаю. Я сейчас Я сейчас просто возьму амбо, мы его здесь же разъедим и потом уйдем. Ну да. А это что? Засни уже. У тебя на снайперке есть еще патрон? Да. Что здесь? Что можно? Блин. 5 гигантов минимум. Всем по одной давай. Нет, не тут на два, так что один тебе и один тебе. Все. Okay. У вас не было вообще ничего. И я пошел забирать свой мет на один. Последний шанс разбудить гигантов, хай. К сожалению, дорога отсюда идет через ядовитый туман, поэтому дезинфект мы не прорезаем. А патроны, кстати, неравномерно дают. У меня 18-32. Потому что у тебя не перезаряжен, скорее всего, что-то? Нет, я все перезарядил только что. А мопак? Мопак точно неравномерно дает. Ну, погнали, ой. Смотрите, у тебя там мет на один, да, Хайк? Да-да-да. Можешь поменять его на дезинфект здесь. У нас у всех меда, а дезинфектов нет. Есть на 4. А, тут на один он тоже. Так. То у нас. А, во, я придумал, что. Суддауф. Мы сейчас просто в туман спустимся, мы все пошли. Мы все просрем. Я вынесу сейчас. У Суддауфа у единственного инфекции столько, что он может в принципе попытаться выжить. Но и не столько наполучать. Ну, лечиться. Ну ладно, не важно. Так, я пошел вниз. Ты знаешь путь? Я пойду за тобой вслепую. Прямо направо, прямо наверх, и все, и мы вышли. И... До 76 заразился. Нормально. И не все хп потеряешь. Так, цел, если что, я пока не вставлял, но я думаю, все-таки придется вставлять сейчас. Мы сейчас во вторую кровавую пойдем? Я думаю, лучше во вторую кровавую пока. Окей. Ключей мы, кстати, не нашли до сих пор. А они в каких комнатах? 610, 608. 608, 610. Ну, 608 я знаю, в какой. Это из центральной, а на заднем. Смотри, 610 это куда нам надо за селом идти потом. Окей, значит, мы туда идем. Ну, кстати, это как раз кровавая дверь. Нет, лучше. Она 610. Да, все понятно. Окей, ну тогда мы что, по той же схеме? Там же, да. Дергаемся там же? Сейчас я только не поставил еще пойди. Ну, я пока еще цел несу, так что. Окей, все готово. А, вы еще не готовы? Еще не готовы. Да, хайп далеко. Да, не надо. Я далеко, пока не надо. Вон. Ну, патрончики чуть-чуть есть. Вот радар, видишь, где я стою? И как бы, а ты стоял прямо из-за коробочки. Окей. О, реально. А, я-то думал, почему, когда мы защищали эту точку... Он был высоко? Да, туман был высоко, потом я сходил, вставил сервер в генератор, на обратном пути ящики были без тумана. Потому что... Кстати, а мы... Первую цел вставили. Мы не попадем здесь... Можно было, наверное, нефать, как раз вставив эту, если что, ячейку. Мы не попадем. В конце нам эвакуироваться надо будет опять из дальней точки. Не, ну, скорее всего, мы должны будем в генератор все вставить, потом пару раз отстанется, и потом от генератора убегать в зону экстракшена. Так. Ну что, Бладнор? В принципе, можно... А, нет, закрывать дверь, нельзя. Как здесь чисто? Это чья туренка? Ладно. А, кстати, снайперскую сейчас лучше в другое место. Снайперскую сейчас лучше вот сюда поставить. Да? Вот сюда, на мое место и опять в сторону двери. Угу. Только не только, да, только не сильно низко. Вот так. Потому что основные количество монстров будут, они вот здесь вот. Они вот здесь вот будут кайтить. Туда-сюда бегать. И поскольку они будут поверить на нас, то не будут. Пока не знаю. Так, я пошел. Ну ладно, пошел активируй.
Третья серия читал. Открывать? Да, открывай, открывай. Часть пинганул. Не факт, что всех. Третья серия пища. Ай. Там сейчас это снайперская добьет всех. Снайперская очень хорошо гигантов убивает спину. Мне нравится, что у вас в стиме показывают, что он где-то в темноте. R2-D1. Так, тут где-то я где-то слышу гиганта. А вот ты слышишь? Я говорю, где-то гиганта. Один раз слышал кого-то гиганта. Стоп. Там гигант стоит, да. Бьет. Гигант сверху над стоит. Довольно далеко от этого. Расставил плечи. Осторожно. Все нормально. Да, тут один гигант есть. Тут очень много. Ух. Тут два гиганта. Ок. Первый вот, другой наверху. Все, больше в этой комнате. Можно по очереди их милишить, похоже. Да, давай вот этого вот гиганта. А, сейчас я подойду, он бьется. Этого? А, стоп, вот. Я подсвечу его туда. Угу. Раз, два, три, заряжаем. Поехали. Стоп. А где второй? Светить на штуке. Сзади нас. За мной. Слева от двери, в которую мы вошли. Вот он здесь. Вижу. Sleepers. Don't wake them. Иду. Подходите ко мне. Чаржимся. Сейчас. Раз, два, три, чаржимся. Поехали. Стоп. Он живой. Все. Я ну, на четверо сейчас, у нас. Сказал, чардж. Чаржимся. Понял. Ну, у нас, в принципе, всегда, всегда на раз, два, три просто. Угу. Да, я говорю, чаржимся. Я понял то, что я сказал, чаржимся без счета, и потом начал считать. Угу. Подумал, что тут терминал есть. Интересно. И я слышу врагов. Я слышу врагов, бьется кто-то. Да, еще один есть. Прикольно. Ага. Это проход вверх. А, вниз проход, прикольно. Так, и тут есть дверка. Пока открою. Посмотрим дальше. Так, тут. О, тут этот. Плевательный гигант. Рейнджовый гигант. Инвалид. Стоп. Ну, я думаю, мы его можем втроем, вчетвером, только сделаем. Дезинфекция и патроны. Тут патроны есть. Да-да, тут много ресурсов, как я помню. И... Тут есть кто? Тут нет, одинокий гигант? Там, где... Пока тут вокруг никого нету. Я вижу кого-то в отдалении, но я не знаю, в этой он зоне или нет. Реце. Видим? Вон, реце. Раз, два, три, заряжаемся. Нет, мы гиганта убиваем, мы не видим. Поехали. Нахрен вам этот гигант? Он живой еще? Да, нет. Все, там вдали о. Еще один. Такой же гигант. А, да, тоже привал. К нему можно здесь подойти, интересно? Сейчас посмотрим. А, да, можно. Вижу. Можно. Давайте еще. Раз, два, три, заряжаемся. Поехали. По а, голове. Вот. Ему только по голове. Ему в спину так себе бить. Неважно, всех минимум. Какой шот, жесть тут лоял, конечно. А, это мы там же понял. Я понял. Вообще ни хрена не понял, не лоял, соответственно. А мы здесь уже были. А, тут я понял, почему непонятно. Клевая дверь в середине комнаты. Вон я дверь пометил. А надо что такое оверрайд? Ну, все. Казино. Вон дверь. Тут дверь надо менять. Не рекомендую сюда прям сильно прыгать. Можно вот так, скажем так, приземлиться. Ой, я шкафчик закрытый нашел. Найс. Там дезинфекция, наверное. Угадал. Нет, это так. Не блю. Не угадал.
той двери патроны лежат. Хлорофилы тут патроны? Есть? Там где-то на отдалении пара мобов есть. Нет, хлорофилов по не было. Суманчик. Да. Нет, хлорофилов тут нет. Плевалки тут тоже есть. Бьет? Да, бьется тут. Да-да, тут двое. И гигант. Гигант проснулся. Входим, входим, входим. Гигант всех разбудил. Гиганта я убью сейчас с Берс Кэмона. А тут привалок дофига, сейчас я просканил. Так я не понял. Убил? Нет, он же мертв. Еще не помечены. Да, тут не помечены, еще не видно. Можно мили по мили. Угу. Гиган жив? Нет, все, все, оба сдохли. Хорошо. Все это? А, еще один. Я вас встречаю за шубло. Окей. Ну, пока мы как-то живем, но мы доиграемся рано или поздно. Ну, пока мы, в общем-то, у нас только один падает, в принципе, окей. Пока мы не особо тратим ресурсы, прям сидим. Но у меня в Берскэнон остался один с выстрелом. Так, так, мы тут патроны ищем в этой комнате. Следующий раз нужно гигантов мы уже не сможем. А, одного сможем. Да. Давайте я сейчас пинг сделаю. Давай. Так. Сейчас. Не я просто напоминаю, что здесь есть плевалки, поэтому особо сильно не бегайте. Ну, в смысле, вы хотите, если что, отрегенить хп, потому что 4% и рип. Видели? Да. А что там должно лежать? А, там патроны. А цел нашли в этой зоне? Да, а, ну в этой зоне? А, еще же надо комнату же надо знать. Это мой 600 какой? 610-й? Можете значит... меня убегать. Угу. Кому раздать? Кому? Смотри по статам. Мне дай одну... хайпу, дай хайпу. Одно нужно мне точно, и одно можно кому угодно, в общем-то. Да, примерно одинаково все. Тогда, с вашего позволения, я возьму, потому что... Ариэте, вы увидели? Был пинг? Нет, еще раз пингуй. А, но дверь в Д, где она там была у вас? Это у нас зона С. Скорее всего, где-то здесь зона Д. Надо ее просто найти. Она, видимо, прямо по курсу от двери. Прямо вглубь. А, еще не все там разведывает. Ай. Ты жив? Я к вам иду. Вот лестница, да? А, это тупик. Я понял. Он. Вот, мы сейчас Бошиго разведаем. Новые территории. Которых нихера нет. А, есть проход. Ой, боже. Я пока смотрю, никого здесь нет. На периферии два моба в зоне Т. У нас есть фогрипейлер? У нас есть фогрипейлер от Бошиго. Кинь сюда фогрипейлер один в следующую зону. Прям сюда? Я открою. Не, я открою дверь, он чуть-чуть подальше. Кинь куда-нибудь. Угу. Я вас нашел. Чуть-чуть инфекшн этот. А мне нужно, пожалуй, обхилить. У меня инфекта 100%. Нахрен мы лечились. Сейчас упадет. Стоп. Бец. Там гигант. Да. Тут привалки есть. Мы отхилились. Так, нам здесь цел нужно найти. Угу. В принципе, сюда бы можно было, наверное, там оставаться, чтобы пингануть цел, если что. Трясется гигант. Ну что, этого гиганта, в принципе, можно еще по столсу убить. Мне кажется, да, там один лаки немножко. Втроем? А, нет, ждал. Оп. Там на периферии еще куча мобов. Хорошо. Я слышу. Так, давай. Прямо раз, на... два, три, заряжаемся. Поехали. Еще. Так. Фог репеллер закончился.
можем встать на вот эти вот контейнеры. Туда ты сможешь еще раз сходить и пингануть? Это они не помогают. Ну я-то попробую, так надо найти путь. Не, помогают, если прыгать. Ладно, давайте я схожу тогда. Да я уже иду. Ты идешь очень не туда, сюда. Ладно, я схожу. А я тоже схожу. Чем мне тут прыгать, стоять скучно? Окей. Как же здесь не прыгать? О, я нашел ящик. А в ящике? Артефакт! Первый за миссию? Не, их много было уже. Во, я нашел место, где нет маны. Все, я нашел. Так, а зачем мы все вчетвером ушли? Мы как цел-то будем доставать? Очевидно, что мы сейчас вернемся туда. Я думал, я один туда пойду, чтобы пингануть, а вы там останетесь. Потом... Что, мы будем там стоять и спамить пробел? Нет, спасибо. Я лучше постою спокойно, а потом приду туда обратно. Ладно, я понял. Короче, что нужно сделать? Надо будет пометить скалу. А зачем мы пингуем сел? Чтобы его принесли. Но мы же его... Что? Я понял. Стрелок пошел вставать сел. Смотри, не умри. Пингану. Вижу. Окей. Ну, если стрелок поляжет, разбудит комнату, то мы ее здесь просто встречаем. Блин. Ты достал? Еще раз где? Пингуй просто по КД сюда. Вярхентер. Да. Можешь, кстати, на ящиках попрыгать, так ты инфекшн себе снимешь, и у тебя будет хп чуть больше. Окей, сюда пока что пингуй. Сейчас он больше бы чуть-чуть инфекцию сбросит. Это очень долго просто пинг. Обратно в омут. Ну, конечно, сейчас долгая миссия. Да, там еще потом финальные дефы. Там еще класс 5 аларм в двух дверях. В следующий раз надо будет их в первую очередь открывать, конечно, а не Бладдоры. Бладдоры очень легкие. А тут просто не факт, что нам нужно все эти класс 5 аларм делать. Да. Но мы могли бы пробить, правильно? Я не знаю, например, может быть... Ну, у нас очень быть... мало патронов было, если так, честно. Так, не заглушайте мне врагов, пожалуйста. Привыкай к GTFO Experience. Что у вас за GTFO Experience? Борг и Гост, Элсид в ядовитом тумане рядом с гигантами. И ни хрена не видит. Рип. Судя по звуку, к нам идут. Ты разбудил комнату? Да, я разбудил комнату. Хорошо. Как я могу умереть, не разбудив комнату? Может быть, ты отплевал. Плевалка плюнула. Да, я сказал, блин, чертова плевалка. Блин, окей. Чертов. Мне больше не пинговать, я так понимаю. Не, я пока не пингуй. А что, мы здесь будем дефать? А, кстати, что в итоге... Когда я говорил, давай вот наверх, заключать мобов, я имел в виду не говорить, что заключать. Давай наверх чуть-чуть. Вот сюда. Заберемся к судалу. И будем отсюда стрелять. Так, первые добежали. Левая турель. Угу. Я просто смотаю его. Да, можешь отсюда. Он выжил? Убил. Да. Понял. Ой. Если вдруг там опекать будет. Это... Ты гигант. Гигант, сейчас. Добейте его. Второй. Еще гигант. Вижу, сейчас. Окей, все. Но он еще жив, но это не важно. Мы добьем. Окей. Зря Берскайден потратил, мне кажется. Ну, мне его все равно куда-то надо тратить. Ну, а на следующую комнату, когда мы разбудим гигант. Все что ли? По музыке? У меня еще есть на два гиганта. Да, все, кажется. Ну, теперь пойдем вдвоем. Подожди, два гиганта у тебя было... Давай я соло, наверное, пойду. Так там все разбужено уже, там, по идее, все безопасно.
Да, главное, чтобы нас двоих одна херня не убила просто. Окей, я иду на почтительной дистанции. Просто. И все будет хорошо. Хорошо, сейчас. Я определюсь, как туда бежать правильно. Я зажал shift. Ты жив? А если ты зажал shift, они вообще не мажут по тебе случайно? Нет, не мажут. Сучки. Согласен. Я умер. Вы почти дошли до меня. А я сейчас башу его. Я упал с ящиков. Топ смерть. Ваш год жив. Еще раз пингуй прицел. Я постоянно. Она просто долгий пинг случай. Он таймаут иногда выдает. Они наш не похожи. Может быть стоит ресурсы пропинговать, раз комната чистая. Все, нашли. Так, а какая это? Это D, да? 110D. Так, Бош, о, чуть-чуть по отдалению от меня иди, тут я слышал, одна хрень плевалась. А, нам надо, блядь, отдохнуть чуть-чуть. Надо писать, типа, лист ресурсов зон 610D прям, да? Нет, не D, просто. Просто 610? Да, ну, чтобы все ресурсы в этой зоне найти. Дезинфекция. Бесполезно. Ну, полезно будет. У нас до 20% будет хп, если мы сверху на дезинфекции возьмемся. А вы ее собрали только что, да? Бум. У меня еще 4 дезинфекта, если что. Так, турет еще... не забудь, больше го, если что. Да-да. Ты что-нибудь есть? Нет, только дезинфекция. Дайте я попробую. У меня 2 патрона в туретке, так что если тулрфил будет, то... Йоло. О, я нашел закрытый ящик. А что в нем? А в нем Fog Repeller. Ну, у меня лоу а команда лист Fog показывает их вообще на всем уровне, да? Если не вводить зону. Да, если не вводить зону. То есть, значит, их вообще нету на всем уровне, можно не питать. Аккуратно тут. Кого нету на всем уровне? Fog. Fog. Урбина, в смысле? Ну, да. Да, мы же пробили. Мы в самом начале пробили и... Да, я только что произошло, что мы не на конкретную зону искали, на весь уровень. Не, я специально лист фок делал, чтобы посмотреть, есть ли или нет, и ничего не было. Всё, я выбрался. Нам надо идти куда-то направо. Ну, мы отстелсили несколько зон, ну, молодцы. Ну как отстелсили? Предлагаю воткнуть цел... Мы можем воткнуть цел в генератор и пойти в ресурсную зону. Да-да-да. Звучит как известные последние слова. А сейчас там оп, и там пятый скан, и мы гипаемся. Я, между прочим, от вас отделился, вы другим путем пошли. Ну чё, рискуем? Да. Поехали рисковать. Мы открываем класс пятый, что ли? Мы генератор на дверь. А-а-а, мы открываем... Ну ладно. Не уверен, что это там стоит. Тут пусто, в смысле, просто скан. Иду. Судав, иди к нам. Судав, иди к нам. Тут будет два аммопака, три мета, кажется, два, один тут. Жирненько. Но взамен нам проходить, наверное, этот пятый скан. Не, за этой комнатой тоже есть цель. Логично, иначе был бы софтлок. А, нет, не обязательно. Ой, что гигант. Это? Гигант. Стреляющий. Пойдем. Mm-hmm. Раз, два, три. Чаржимся. Атакуем. Блин, шатнулся автомат. Все. Проснулся гигант. Проснулся гигант. Тоже стреляющий, поэтому... О чем проснулся, интересно? Да не надо стрелять по нему. Не надо по нему стрелять, по нему. Да это гигант, как не стрелять? Ты чё, прикалываешь? Он убивает с 10 попаданий. Это не тот гигант, тут два типа гигантов. Один абсолютно безопасный, это он. Это гигант, который останется от удара ножом. Да, он абсолютно безопасный. Он ножом, но он безопасный. Тут два фогрепеллера. Отлично. Запаситесь фогрепеллерами, у вас по идее нету. У хайпа, у судал. У меня лок мелтер только.
Ну, давай я возьму фогрик. Ну, возможно, Лукнелтер тоже полезен. Ой, здесь очень много ресурсов. Дезинфекция, медпак, тул, еще дезинфекция, два амма, тул рефил, да, еще два медпака. Настоящий гигант. Я два настоящих. Я пожалуй, его пока отнесу, чтобы у нас было поменьше фога. Давай, включаю его. Тут пока, кстати, фога нет. Нам главное, по-моему, последний не включать только. Ну да, иначе скан начнется. Ой, тут враги. Не агрите, пожалуйста, врагов пока в мое отсутствие. Да, он здесь. А что ты пинганул? Тул решил. Ну, в этой комнате с гигантами. Просто его можно как подойдем, так сразу весь использовать полностью. Угу. Втягивайся. Бьется. Здесь же. Это еще один тул рефил. Какой кайф. Да, вот в этой зоне все. И сел тут же был. Надо только гиганты. Тут надо только одну комнату зачистить, тут два гиганта минимум. Я пока не буду пинговать, просто походим пособираем. Мелтор нужен хороший. Я думаю, тут зачистить можно комнату. Она не выглядит суперсложно. Этот гигант почти изолированный. Там чуть-чуть дальше несколько слиперов. А нет, это вообще слипер. Да, он сейчас умрет, смотри. Убивай. Ладно, и там гигант не изолированный, вокруг него двое еще. Там плевательный гигант далеки стоит, да? Или это просто... Не, это просто мелкий, неважно. А тут мелкие. Фонарик, осторожно. Ага, я понял. Предлагаешь гигант? Не, наверное... Не, здесь лучше с гиганта начать. Втроем гиганта, например, один станет одного мелкого, потом другой второго. Кто мелкий станет? Твоя. Ты не своим кашлем не будет. Кто? Проснулись? Окей. Отступаем, мы сейчас умрем. Неаккуратно как-то. Окей. Всё, моя вроде бы. Всё, гиганты минус, как я понял. Еще, еще. Гиганты минус. Я минус. Понял. Три гиганта. Я убил Тайден. Понял. Ну? Да. Я уходил. Они идут медленно к тебе. Гигант не попал. Что, все лежат, отдыхают? Да. Ты убил их? Да. Я убил примерно на, я не знаю, сантиметре от того, чтобы нафран ритнулся. Потому что я стоял, помню, гигант промазал, когда я стоял. Я не знаю, как мы все еще живы, учитывая, что мы разбудили комнаты 4 или 5. Все комнаты. Мы разбудили, по-моему, больше половины комнат. Ну, иногда это нормальная старта будить комнаты, если так ты меньше хп типа теряешь, меньше еще. Ну, чего. В этот раз мы ничего не потеряли, кроме оставшихся единичных патронов. Ну да. Так, еще раз, значит, вот тул рефил. Ты можешь, наверное, здесь, наверное, можно почти не пинговать, потому что, скорее всего, они все в этой комнате. Тут очень много ящиков. А, что, кстати, хотел сказать, в итоге никто не хочет Пал Ворлд? Я не знаю, что это такое. Он в геймпассе есть, вот 4 тул рефила. В геймпассе нет геймпасса. У меня есть. Я ну, про то, что здесь, что за геймпасс? В Steam или ты на Xbox? На Xbox у него. В смысле? На ПК. ПК геймпасс. Так. Так, Редар, тебе нужно, да, тул рефил? Вот тут еще патроны. Я сейчас хайпу дам. Патроны сразу можно раздавать вообще все, по-моему. Да, я уже себе дал, сейчас хайпу дам, и тут еще один. Все, это вся зона. Ага. Что выглядит... Но это была хорошая сделка. Если там всего 3 патрона, то нужно да, всем остальным продавать, потому что у меня еще более-менее. Так, и стрелок на твою дверь тоже на 3 патрона. А? Аммопак на 5. Ням-ням-ням. Вкусно. Так,
это значит еще один снова. Просто все. А, кстати, раз это... Заховываем. Раз мы фок уже почти весь разрепелили, наверное, сейчас можно инфекцию... Я, кстати, я на одном проценте хп бегаю. Так, чё надо? Кому тулрифил ещё раз дать? О, я зря Бошего дал, он все время лежит, у него патронов дофига. Ярко. Так, все, у нас так. Более-менее, у Судала только нету еще. Так, сейчас вы еще не потрогали два дезинфекции и три медпака. Ну, медпаки нам сейчас просто трогать особо. Вот тут медпак лежит. Нет прям большого смысла. Давайте дезинфекцию всем по максимуму прожмем. Я себя проживал немножко. Я тоже думаю, потому что кому-то надо проживать. Ладно, дай мне тебе раздать урфил. А где тут дезинфекция лежала? Давайте двоим. Я взял эту дезинфекцию. Давайте это, двоим откачаем по дезинфекту. Ты раздал мне турфил? Ага, вижу, да. Тут еще 5 дезинфектов. Где 5? Взял. Понял. Давай, знаешь как, можешь меня и Редайра откачать более-менее от дезинфекта, мы просто в сумму прям сильно соваться не будем. Вот, на 25 нормально хватит. И хп тогда нужно. Ну да. Да-да-да, и мы сейчас хп как раз. Еще 2 осталось. Использовать так. Или сохранить? Кстати, а это баг какой-то, да? Почему я на 1% хп? Я не знаю, ты у меня 20% хп. Да. Да, а у меня один написано. Так, Редайр, а у тебя тоже. У меня все нормально. Я понял. У нас здесь, интересно, есть вообще станция, наверное, дезинфекшн? А ты поставил сэм, да? Сэл поставил? Сэл, да, я поставил. Okay. Нам нужно следующий цел. Скорее всего, нам нужно в зону, где это... Пятый класс. Либо синий ключ. А, синий так. Ключ. А, да, синий ключ, я же нашел. Так, а что, получается, мне на 1% бегать сейчас? Ну, ага. Я тебе сейчас дам медпак, и если у нас там деп. У меня есть медпак. А подожди, а может тебе спрыгнуть с ящика и... А, да, хороший вариант. Ему, тебя. Спрыгни с высоты больше. Это не так просто, в этой игре нет больших высот. Зачем я-то спрыгнул? ОМГ, какой я придурок. Я спрыгнул и вылечился, у меня плюс 4% даже. Получается, прыгай еще раз. Здесь. А, кто это? Пошел. Я умер. Что же, да, подними сюда. Что, Бошего? Ставь ключик сюда. Я попытаюсь поднять сюда, вы не потеряв урон. Не потеряв хп. Okay. И смотрим, что здесь. У нас бесплатный скан. Сейчас подойдем. Да. Если что, за дверью сразу скаут. Возможно, один в этой комнате. Давно я скаута не убивал. А еще скаут с хайкалибер пистол. Если он там один, то можно. Я сейчас бы раном не рисковал. Okay. Да, давайте эксперимент оставим до начала. Хайп убьешь. Окей, окей, окей. Блин, ран уже часа два идет. Ничего. Ну, кстати, да, почти часа два. Точнее, так много. Он как раз здесь, давай спидран. А, нет, мы еще полчаса дверь откроем. Я не знаю, вот тут просто ландшафт еще. Ну да, может там враги есть. Он не достанет, да? Не надо. Один в этой комнате, другой. Он стягивает. Блин. Молодец. Бошего, какого хуя? В смысле? Блин. Последний дефенсия, возможно, не в этой комнате. Давайте пока в этой большой комнате посмотрим, потому что я не знаю. У нас тут главное просто второго скаута не заставить. Откуда идут? Откуда идут? Я пока не знаю откуда, я прослушал, где это. Из новой комнаты идут, да. Да, просмотр разбужен. Ага. Окей. Можем по мили, кстати, здесь. Ай. А за спины пришли? Еще сзади. Вот под три мили. Я умер. Там еще один. Да, вижу.
все. Музыка закончилась. Ё-моё, сказали же, рисковать радом не надо. Хайп убьет скаута. Ладно, ладно, все нормально. Рисковать радом не надо. У нас еще один есть скаут, который... Я понял, Бошва, ты не услышал. Я тебя в следующий раз два раза повторю. Какой... Нет, какой я не услышал? Отходим, отходим, отходим чуть-чуть. А, все. Не-не, все нормально. Больше гоп попробовал как бы убить. Скаута у него не получилось. Бывает. Ничего страшного. Не это. Сейчас я еще этого зафейлю, как бы, и будет вдвойне весело. Давай. Сейчас. Тут очень много этих инфекционных штучек. Тебя просветить там надо? Да-да-да. Все-все-все. Я сказал, ты убил, здесь никого пока. А, здесь окей. У нас всякие вещи. А тут сломанная дверь, и в ней враги. За ней. Тут тол рефил на 2. Окей. Так, тут у меня 2 long range флешлайта. Ой, давай, патроны. Ну, из них сам смотрю. Так, на периферии там есть еще один скаут, да. Да-да-да-да-да. Но в той комнате, скорее всего, уже враги есть. Увидели метку? Это патроны. Не попробовать этого скаута. А, давай сейчас пока посмотрим, что там за лейаут вообще. Ребят. Байт на коробочку. Проигнорирован. Все, я в той же комнате. Тут все хорошо. У скаута надо чуть-чуть ждать, пока он выйдет на видимость ко мне. О, он вверх вообще ушел по лестнице. Молодец. А внизу я не вижу. А, внизу под лестницей есть. Там трое стоят. Один не в кластере, в двойном. Вот здесь вот. Да, он прямо передо мной. Рядом он трясется, кстати. Да, тут 2 тул рефила. Скаут пошел вниз. Лучше отойди. Я, он трясется прямо передо мной. Я отхожу, когда он успокоится. Понял. Найс. Трясется, да. Пошли этих убивать. Проснулся. Бил? Найс. Так, тут... А, я понял. Тут их всего двое опять было, потому что один на потолке. Пон. Ну, плохо в этом плане с биотрекером. Кажется, они, по-моему, таких вертикальных лейауты больше особо не делали. Да, вон здесь стоит чувак. Я не понял. Я нашел пустой локер? Да? Как это возможно? Так, давайте патроны раздаем. Так, у нас здесь есть интересная штука под названием... Я слышу врага. А, так, у нас класс 4 аларм здесь, тот 8. У нас здесь есть один цел. За класс 4? Не-не-не, у нас здесь прям цел есть. А, так нам не нужно туда идти, получается? А сейчас посмотрим. Так. А, там 608-я, там, по-моему, ключ лежит. Мы так долго умирали, что... Да, мы слишком много умирали, я не вижу еще цел. Не-не-не, там ключ лежит за 608-я. Тут враг есть, в этой комнате я остался враг, я сейчас его убью. Давай. Да, и он не, он не один. Там двое. И еще один где-то здесь. Не вижу. А, вот, уже голову убил. 608-й много чего лежит. Патроны есть. Дезинфекция. Да, да, да. Но это за 4 классом. Блин, как этот лейаут дефать, если честно, я пока понятия не имею. У нас дверь, по-моему, сломана. Цел уже сейчас одна дверь сломана, да, вот это вот. Mm. Это может нам помешать, конечно, но ладно. Так, давайте сперва так зачищаем локацию здесь. Пойдем. Я правого беру на себя. Левого. Там плевалка сзади. Да, да, да. Там дальше враг еще. Она вроде не бужная. Пойдем. Он один, что ли? Да. Так, в той комнате довольно много. Спасибо. Мне кажется, блин, патроны пожалеть или не пожалеть? Тут ясно сидеть неприятно будет. Там внизу 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девять, девять, девять там.
Предлагаешь выманить? Ну давай. Да, я думаю, либо их пострелять, выманить. И можно, кстати, с мили их вообще убить. Я спею. У нас хп есть, у нас хп, только у тебя РДР. Все остальные могут, в общем-то, с мили убивать. Окей. Ладно, я спущу вам. Сейчас, погоди. Смотри вниз. А, нет, тут, кстати, можно спуститься. Осторожно, там плевалки. Тут просто две лестницы. Ты к нам не поднимешься, если там проснется все. Блин, я понял, короче, как надо, можно с другого конца в эту комнату, кажется, попасть. Ай-ай-ай! Боша Гоунер. Да, ну, пошли с другого конца. Окей. Okay. Тут туман, что ли? Не-не-не. Просто видимость. Туман, кстати, вообще сейчас похож. Ну, он опустился слишком низко, я думаю. Угу. Я упал совсем вниз или на один уровень? О, и тут ладно. Амапак лежит с одним. Или я застрял просто? Сейчас узнаем. Вот, вот, вот за этой дверью они все. Угу. Поэтому я сейчас голову вскрою. О, да. Так. Все заснули. Чистить мы, конечно, это дело заколебемся. Предлагаешь стрелять? Нет, все равно, я думаю, проще будет сейчас почистить. Если начнут прям активно просыпаться, мы не сможем все это дело делать, то просто их рубим. Сейчас. Давай еще раз синканем их. Я пробую. Этого убью. Норм. О, прикольно, я пока лежу, могу будить врагов. Ай. Не увидел. Да. Двое проснулись. Он жив. Топ. Больше никто не жив. Там четверо еще. Ладно, этих четверых можно уже чуть попроще. Да, тут можно спокойнее бить. Последний. Все. Окей. Технично. Молодцы. Тут ни хрена не было. Бок. А, нам нужно было это зачистить, потому что скан. Четвертый аларм, чтобы они не это... Они выбежали. А, там дверь, что ли, сломана? А, они просто перебежали бы, я понял. Да, и здесь бы кто-нибудь заспавнился, и было бы очень неприятно. Так, нам нужно медпаки, я думаю, сейчас пожрать еще немножко с Редайром. А, у Редайра инфекция 51. Мне можно, если очень хочется, дать медпак. Я могу дать инфекшн пограть. Мне кажется, нужно каждому... Нужно вас 85 обоих поднять по дезинфекту. Дал вам. По одному себе дайте, да. И что, можно подождать и восстановить до 35, и кажется, это лучшее, что мы сможем сделать. И после этого что, закрываем все двери, наверное. Сейчас посмотрим. И у нас двери сломаны, и вообще поможет ли это или нет. А, понял. Ну да, у нас здесь сегодня много дверей сломано. В эту комнату все равно все будут бежать, потому что у нас нет. У нас все двери, короче, в эту комнату сломаны. От снаружи. Ладно. Так, все двери, да, все двери закрыты. Окей, мы бежим наверх. А где эти туретки? Давайте подумаем, где поставить. Давайте, наверное, что? Снайперскую можно, наверное, куда-нибудь отсюда, вот сюда, вот на лестницу, чтобы смотрело. Куда? А, вот что. Снизу давайте туретки, наверное, ставить. Я думаю, тут будет ок. А это вот лестница. Да. Одну можно здесь снаружи, сюда ты свою, наверное, можешь прикрывать лестницу. Куда-нибудь сюда, в эту сторону поставить. Типа да. Вот так. А Блэфиго снайперскую поставит наоборот, в противоположную тебе, вот куда-нибудь отсюда. За собой дверки только не закрывай сразу. А, они же по лестницам не лазят, да? Лазят. Лазят? Да.
Что? Ты выбрал, конечно, маршрут, как сюда спускаться. А, это мы в 608-ю? Давай. Так, куда? Ко мне? Сейчас давай его так. Нам еще два села нужно получать. Да. А, вы же тут сел. Один мы нашли, еще один. Сюда. И сейчас мы заключим. Вот здесь, турецку, отсюда. А в зоне за серым ключом точно есть сел? Это хороший вопрос. Может быть, стоит проверить, потому что если он за пятым классом, то нам не нужно это дефать ничего. Нам нужно пятый класс, да? Да-да-да, сейчас я пролистаю. Угу. Здесь цел. Аквери цел 422. Это в 613 комнате находится и 859 цел, где у нас находится. 606 уже. Так, где у нас это? Давай я посмотрю, что там за... Не, надо понять, что за серым ключом. Да-да-да. И что за... Да, что за серым ключом? Это в 608. 615. Я понял. То есть так. Там не нужно за серый ключ. Сейчас 615. А, смотри, что за пятым классом тогда. Я понял, там дезинфекшн зона. Там можно от инфекции очистить. Но ради этого чистить полезно. Лишний четвертый класс? Ну вот только так, если. По-моему, это не очень нужно. В принципе, да. Тогда давайте... Нам надо пятый класс дефать. Просто деф хреновый этот. Да. Который очень. Цел тогда оттуда подберите. Угу, сейчас. Вот. И давайте посмотрим тогда, в каком и классе. Торелькой не забудьте. 613, правильно, правильно. Есть 613. 613 это... Вот это что ли? Пятый класс, проверь, что за пятым классом должно быть. Сейчас я в 613 загоняю. Угу. Смотрю. Если мы дезинфекшн тогда не используем, то да. 613, да, скорее всего, за одним из пятых классов. Затем, наверное. Прикольно. Это 615 там, где я. А, это, да, наверное, грейки. Это, да, это грейки. 613, правильно, правильно. 613 это пятый класс. Mm-hmm. Это вот это вот нижнее. Ага. И у нас нулевая. Первая, вторая, кажется. А, сел кто-нибудь взял? Да, вижу. Хорошо. Да, да, да. Сел можно прямо сейчас включать. Mm-hmm. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть куча разных дверей в правой части. Кстати, мы пооткрывали тут двери. А, меня напрягает, что я лог не нашел, хотя каждый терминал проверял. Ну, в лог может, вот, кстати, в одной из бонусных вот этих, скажем так, в одной из зон, в которую мы не пошли, например, быть. Это вполне себе... Ну да, но только что-то у меня есть подозрение, что потом ради лога эту миссию мы не будем переигрывать. Тоже возможно. Ничего. Я понял. Мне кажется, логи не случайным образом распределяются. Просто нет. Можно будет потом просто запустить и сразу зарашить в одну зону. Ну, в принципе, можно будет ловаться. Ну, если она не в дезинфекшене, если дезинфекшен. Конкретный лог в конкретной миссии, это не рандом. А вот где он конкретно, на каком терминале, видимо, рандом. Возможно, не рандом как раз. Возможно, они всегда в одном статичном терминале. Так, мы готовы. А где двери? У нас открытая дверь издалеке, похоже. У нас три. У нас одна закрытая дверь и две открытые. Которая куда? Да. Ну, непонятно пока. Сейчас. Наверное. Я думаю, на каждой из открытых дверей можно будет по одной туретке поставить. Окей. Вот. В принципе, да. Возможно, этот класс лучше раньше дефать, чем Бладдоры. Надо проверять сразу, что за пятым классом что-то нужно. Мы могли бы его проигнорить, если бы мы в ресурсную не пошли. Не, мы за ресурсный цел находился. Да, мы потратили цел. Да, мы потратили цел и вернули цел, поэтому нет. Нет, мы могли не тратить цел и идти. А, или не могли. Я же говорю, мы. Я понял, нам все равно пришлось. Я понял. Да, ты прав. Вот. Я понял. Бесполезно. Вот. Тогда да, нам все равно пятую чистить. Надо сразу пробивать пятую и чистить ее в первую очередь. Да тут турель, по-моему, не будет нормально. А может мы чистили пятую, кстати, одну из них? Может тут просто три пятых?
Не-не, мы одну чистили, которые вот сюда пошли. Да, по-моему, она ранняя была. Чистили в начале другую. У нас просто тут очень было мало патронов, поэтому чистить вторую и пятую было бы, наверное, сложно. Ну, сейчас у нас побольше патронов, типа спорить. Пойдем. И у нас вот эта ресурсная зона была. Пойдемте там, если есть еще медпаки, просто возьмем медпаки в руки. Я предлагаю. И... чтобы в случае, если у кого-то прям мало хп, можно было просто аварийно взять и полечить. У нас здесь дезинфекшн есть на 4, можно его использовать. Медпак на 4, я у себя его взял. Посмотрим, что еще у нас есть здесь по ресурсам. Я думаю, дезинфект можно прямо сейчас уже это... Да, больше инфекции у нас, скорее всего, не будет. Угу. И тут, кстати, тонна еще фог-репеллеров была, так что, возможно, эту ресурсную зону надо было пораньше вскрывать, чтобы мы могли внизу сталсить по фог-репеллерам. Фог-репеллеры у нас... тут один из этих фог-репеллеров я скинул. Угу. Мне кажется, идея, как мы проходили, в целом правильная. Мы проходим на очень низком хп в полном инфекшене несколько зон. Так тоже можно, да. А потом лечимся по дезинфекту. Потом, да. Кстати, можно как раз и типа весь дезинфект лечить, потом полечиться. Да. Ну вот как сейчас, по сути. Да. Как сейчас, по сути. Угу. Ну чё, пора умирать? Всё, да. Сейчас закрываемся дверь. Мы три турельки поставили? Так, я лечусь тогда. Да, три турельки есть. Меня тоже плечи. Сейчас. Все дезинфект себе сняли достаточно. Сюда хватит по ХП. Наверное. У меня 51%. Мне можно восстановить дезинфект. Дайру можно. Вот Шигой прям себе жирный дезинфект снял. У нас больше нет дезинфектов, так что я без них. Нет, потому что можно было подраспределить. Ага. Дайру скинуть чуть больше. Давайте я тоже буду восстанавливать. Вот Шигой. Тебе позволительно иметь 80% ХП. И вот это все плюс-минус. Я рыдаю, рудам на самом скане. У тебя ХП будет таять, но... Да, хорошо, она потает на 6%. Да. Полтычки. Так. Все, идем. Все туретки есть. Может, не сразу на скане. Ну, посмотрим. Да-да-да. Как враги пойдут, я тебе, наверное... Если враги 10 часов будут, то... У нас у всех КП на максимум получается, да? Ну, условный максимум. А там горит уже терминал, в который надо вставить штуку. Так, поехали. Я активирую. Фог-репеллер у кого-нибудь есть, если что, в самый низ кинуть. А там есть туман еще? Да, в самом низу. Фог-репеллер. Вперед? Одно. Спереди будут из ресурсной, кажется, бежать. Первый предварительный скан. Вниз. Блин, какой кринж, почему так далеко? Да, нормально. Идут с двух сторон. Второй. Один уже к нам идет, правда. Минус. Кан идет назад. Нет, минус. Забей. Я с кувалдой просто. Спереди уже приходит. Опять вперед. С той стороны еще идет. Опять вниз. Я его с кувалды. Так, где-то на периферии с основных ворот идут. Это последний? Не помеченный бежит. Да. Еще второй. Назад. Ага, нас встречают. Просто пока что можно отстрелить. Гибрид? Их там много. Да, там их очень много. Я пошел на скан. Я иду на скан. Угу. Окей. Расход.
КПшку побегу. Еще прибегут. Как же больше го кажется. Так. Еще будут? Да, бежит один. Пробежал. Он прямо здесь. Ау. Еще один. Опять за мной. Да, он бежит. Минус. Ну все, у меня 20%, можно. Окей, у меня 39. И у меня, в общем-то, нет. Ладно, я напоследок, я перед этим как его. Все. Прохильнул. Так, у нас здесь есть интересные тулы. Тулы там оставались где-то. Не-не, в этой зоне смысла. Турецкий, кстати, союз захватить. В этой зоне нет ни хрена, кроме кучи. Ой. Гигантов. Две штуки. Я пока турель собираю, я не смотрю. У меня куча берста есть. Я предлагаю их просто пострелять, ну, на жопу столсить. Согласен. Да. Можно снайперку поставить. Ну ее 16%. А у меня у берста 45%. А, тогда трайдерст. Трайдерст, если они особенно хорошо стоят. Я... Подожди, я хоть подойду, у меня фулган еще полно тоже. Я кажется, нашел свой main loadout. Loadout. Потому что Hell of the Pistol, он очень хорошо толпы разрывает, а тяжелый пистолет врагов ваншотит, если их мало. Так, где? Ну, все, подожди, я пока не вижу, где. Вот, видишь? Мы отступаем сейчас сразу после, правильно? Да, ну я. Можно их как бы здесь добить, но я, пожалуй, сам. Ну я выстрелю и потом побегу. Промазал, отходим чуть-чуть. Я их помечу сейчас. И потом пойду с вторым. Минус? Раз. Все. Окей. Они оба на тебя хуже. Все, что ли? В этой комнате, да. Там здесь терминал надо бы найти. Так, шкафчики. Фог репеллер. Кому-то было интересно. Еще фог репеллер. Репеллер. Ну, видимо, тут тоже можно запастись фог репеллерами. И... Тут, кстати, вы порядок. Она, в принципе, не очень низкая зона, как я понял. Я открыл дверь, тут плевательный гигант. Это не страшный гигант. Да, но тут еще... И мелкие тоже. Да, мелкие есть. Это гибрид? Нет, вряд ли. Нет, это не гибрид. Здесь мало где спящие гибриды есть. Тут есть еще? Да, в комнате есть. В комнате четверо пока мобов вижу на радаре. Может быть больше. Угу. Заходим. Да, внизу стоит. Там плевательный гигант еще один, кажется. Может, это просто плевок. Там еще 5 мобов минимум. И еще двое слева. Да, плевательный гигант. Еще есть. Двое слева вдалеке. Мы этого гиганта отпробуем вчетвером. И потом давай. Давай. Погодите. Наверное, втроем лучше его. Двое кто с копьями, поэтому я, наверное, пойду. По мелкому пойду. Это кто, гигант? Да. Вот, справа гигант, слева мелкий. Я, хай пойдет мелкого, мы все бьем гиганта. А двое с копьями, это я и кто? И Судал. Судал. Судал тоже. Неважно, все бьют, кроме хайпа. Да. Все, давайте. Раз, два, три, заряжаемся. Поехали. Он же. Да, еще же, все. Никто не проснулся, все хорошо. Там парочка сидит. Да, слева парочка и в глубине вдалеке еще. А, ну одного там убьет, пускай сюда. И пойдем к гиганту снизу. А, ну и к той парочке, я понял. Ты можешь их убить одним. Нет, я не могу, там гигант. Нет, я имею в виду больше. А. С копья сложнее, по-моему. Я сейчас попрошу. Все получилось. Все. Вот сюда, по той же схеме. Угу. Ну, либо можно их отстелсить. Стоп. Ну, можно, точнее, остальную комнату отстелсить, а потом этих двоих. Давай так, почему нет? Давай. А, тут один одинокий.
просто убить. Не-не-не, дальше еще трое. Да-да, я имел в виду, этого можно убить. Так, у меня тут на пути, тут... Да-да. Можешь обойти. Погодите. Этот. Можно. Там нормальный. Да. Четверо. Где по моей карте. А, подойдем. Да, четверо. Ой, раз, два, три, заряжаемся. Поехали. Кто-то очень активно попытался. Все нормально. Не проснулись. Ну, пойдем к гиганту. Я мелкого бью. Гигант. Раз, два, три, заряжаемся. Поехали. Так, комната чистая. Нам здесь, напомню, нужно цел найти. Там апак на два. Отлично. Раздавай. Следующий еще есть. Двое мобов. Как минимум. Так, ну один тебе, Ренайр. Где? Тут инфекторы есть. Гигант. Два гиганта. Mm-hmm. Пошли их стелсить, наверное. Эти стоят спасибо. Более приятно. Я, пожалуй, возьму себе один амапак. Давай. Заходим. Если что, я просто подстрахую верскэном, и мы свалим. Но этих пока можно стелсить. Все, все трое судав, здесь. Судав не здесь. Будем ждать? Не, втроем, наверное, будем. Okay. Раз, два, три, заряжаемся. А, стоп, сбрасываем. Там правый или левый проснулся. Раз, сейчас. Раз, два, три, заряжаемся. Поехали. Найс. Пойдем ко второму сейчас. Не светить на него. Бец. Кто-то на него светит? Нет. Это проектор. Раз, два, три, заряжаемся. Не идем. Идем. Он жив. А. Окей. Чисто комната? Да. Я не знаю, здесь на радаре либо в соседней комнате, либо сверху еще трое сидят. Никого. Окей, значит это... Какой звони... Там скаут еще с... Мы не нашли терминал, мы не знаем. Скаут пустил. Да, да. Это терминал. А, хорошо. Кал-то вообще очень читерно сейчас. Проверяем. Так, как пинговать? Я тут еще. Проснулся? А вот лежит цел, лол. А, все, цел у нас есть. Тогда... Ресурсы надо пинговать. Да, только ресурсы. Я нашел фог репайдер, копчан. Скорее всего, у нас там будет финальный деф, только в той локации. Да, там еще, надо еще разведать эвакуацию, я думаю. Какая это зона? А, 613. То есть относить туда обратно сейчас, да, этот цел? Да, да, тут только не вставлять. Медпак, не вставляйте, медпак, ни в коем случае не вставляйте этот цел, окей? Да, 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 да. Не вставлять последний цел. Медпак, дезинфект, пак, турефил нужны? Да. Да, 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 можно все принять. Они могут быть в непрочищенных комнатах, наверное, стоит их собрать. Угу. Сразу можешь говорить, в какой зоне он находится. Медпак в арее Б. Арея Б, окей. Арея Б, скорее всего, знаю. Нет, где. Дальше. Не у меня. Не, она в той, которую мы чистили уже. А, там мы мимо прошли. Окей. Тут у меня ЕФ. Этот дезинфект тоже. А, тоже. Ну прекрасно. Нам больше не часу особо не нужно, я думаю. Если только турефил кому-то. Кому-то нужны, мне не нужен. 16, 49 и 2. Ну сюда можно тул рефил. Тул рефил в зоне Ай. Но это не чищенная зона. Ну, я задаю сейчас. Терминал. Пойдем тогда в Ай посмотрим пока. Окей. Мы там не были. Да, тут есть враги. Сейчас она вот у тебя там, я понял. Да, там где я. Смотри, как я спускаюсь. Так, нам же относить туда, где батарейки на карте нарисованы, да? АМО, да, на 2. Относить, но не вставлять. Не, я комнату спрашиваю. Можно начинать.
Можно у тебя там, в общем-то, вот этот вот еще два было. Окей. Я лево. Пойдем. Окей. Okay. Все. Это наш фок, правильно? Нет? Нет. Это фок репайлер. А, вот замочек. И это тул на два. Надо сюда его раздать. Да, один можно сюда, один. Ну да, оба сюда будут. Нам снайперка вряд ли сильно здесь понадобится сейчас. Угу. Логично. Все тогда. В зону Б. Мы взяли медпак и дезинфект. В зоне Б они оба. Да, вот мы взяли их. Так. Видимо, цел судалов отнес, правильно? То есть они где-то здесь. Можно их пинговать там, где в лайте. Я возле турбины стою уже. А я думал, вот один здесь, не открытый. Там на карте есть. Сейчас найдем. Есть в этот long range flashlight. Вот. Возможно, здесь у него оба лежат. Бывает. Да. Ага. Да, оба. Мне нужен дезинфект и пару медов. Дезинфект тебе и сюда. Ага. И я вас сейчас пролечу. Радайру один. И... Пока второй не нужен. Второй борфигу я отдам. У него двадцатка. Могу взять мед еще один. Три. И его... Ну, видимо, А, еще есть дезинфект. Я себе еще возьму. Да-да-да. Вот, этот дезинфект, я говорю, лучше сюда выкинь, у него меньше всего. Сюда, тут, мне кажется... А, тут один дезинфект. У нас медпак на 3 есть, на 4. Да, да, да. У нас 4 заряда медпака. Надо сюда проюзать и всех до 60 отъявить. Да, проюзай на себя мед на 2. А патронов сколько? Патронов. У кого меньше всего патронов? Red Dire, кажется, у тебя. Зарядов патронов. У меня есть амапак. Да, на себя проюзай. На 1. Да, да. И можешь... забирай дезинфект и поехали. Да, логично, логично, логично. Я на суда выпрошу. Окей. Так, все, мы все ресурсы забрали. Нам отсюда нужно направо. Угу, и наверх, сюда, видимо. Угу. Круглая сюда, дверь. Сюда. Мы тут гигантов убивали. Да? Все так. Ну че, насколько сложный последний деф, интересно, в этой миссии? Надеюсь, адски сложный. Сейчас узнаем. Там, скорее всего, сканы будут. Так, я предлагаю сначала понять, куда нам убегать. А мы сейчас не поймем, куда нам убегать. А, я думал, эвакуация там, где мы стартовали? Возможно. А, возможно. Ну, скорее всего, она там. Поэтому, скорее всего... Она может быть в... А там по прямой бежать. Да, там по прямой, в общем-то, бежать. Там ничего особого, похоже, будет. А где она на карте показана? Ну, кстати, там одна зона. Е. Слева снизу Е написано. Вот я это. Понял. Вот. Пойдем дочистим последнюю зону на старте. Вдруг я заметил, что Башаго показал нижнюю строго. Она влево вниз, правильно? Вот сюда. Да. Я буква. Вон. Сюда. Так, сейчас я на всякий случай. Тут можно упасть и потерять хп. О, артефактик. О, кстати, да, точно, у нас же эта комната теперь без фога, поэтому у нас халява. Халява. Зависит от того, какая волна пойдет. Могут быть тени. Ну, вряд ли здесь, мне кажется. Тематически. Так, там закрытая... Ага, класс 5 закрытый, туда точно не пойдут. У нас есть открытая дверь прямо откуда, еще одна открытая, там надо поставить турельки. Окей. Сейчас, да, у нас тут, кстати, есть комната нечищенная чуть-чуть. В самом начале? Да, ну, да, она, да. Она нам нужна, думаешь? А через нее могут пробиться, и нам в Extraction Sky будет неприятно. Давай зачистим ее. Так, тут еще три моба осталось. Так. Ну вы с Башаго зачистите, наверное. Да? Турель-то я куда ставить, непонятно. Там есть... Блять. О, хиты ты пошли. Нет, хиты не пошли. Хорошо, ставить напротив открытых дверей. Тут три врага проснулись. Удачи. Я далеко, я иду к вам. А, я пропустил вход. Еще один. Nice. Мои скиллы в мили хорошие. Бог. Ну ладно, вы зачистили, видимо, там ничего нету. Да, скорее всего, там ничего нету. Но можно, конечно, посмотреть дополнительно. А, у меня, конечно, турель очень полезная, один выстрел. Так, тул рефилы тебе... А, у меня тул рефилы. У тебя тул рефилы, ты должен отдать. Артефакт.
А ты пополнишь мне турель, даже если она установлена? Да, я могу подходить и пополнять турель. Там нет ничего. Ты а, ну ты, ну ты должен подойти турель. К турели. Там есть да. замок. А, вау. И там? Там есть самопак. Окей, о, вау. Так вот, ладно, где полезно, он? Полезно. Давай, я, у меня, кстати, а нет, у меня метр на 60. Он нам нужен? Амму, амму, бошего можно один амму проюзать. И... Давай я просто один себе, один тебе. А, вы их уже нашли? Давай. Да, вообще. Да, тогда ждем. Все, окей, поехали. У тебя просто на основном было маловато. Да-да-да. Входим. Вот ты любишь троллиться, да? Представляешь, какой эпичный троллинг был бы, если бы ты сейчас ставил сел? Нет, я так никогда не сделаю. Закрой за собой еще потом дверку, с другой стороны. Ты что, мы 2 часа в этой миссии выполняем? Я сижу в напряжении уже. Да прикинь как. Проверьте патроны, перезарядитесь, если надо. Я уже все проверил. Чтобы Судалов не троллил, нужно включить миссию, сидеть 2 часа. Так говори, будто я обычно троллю. А потом умереть. И, да, потому что вся комната разбужена. Ну. Так, куда снайперку ставить? Прохиль нас всех. Сейчас. Снайперку можешь... Что у нас? У нас три двери, я думаю, за каждой из одной из дверей. Нет, у нас три, у нас их две вроде. Одна, а, три, одна еще. Раз, раз, два, да, 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 дальняя еще. Вон там. Вот, вот, в дальнюю. Я пометил. У нас все получится. Прям впритык туда ставить или как? Сейчас, сейчас, давай посмотрю. Может, проще будет эту тарелку смахнуть, а твою на старт поставить. Да, твою лучше на старт. Хотя нет, давай вот отсюда. Вот, вот, прям отсюда. Хотя... Можешь... Я на самом деле реально лучше на старте, потому что у тебя там... Ты можешь поставить из моей... Смотри на мою позицию. Можно вот так поставить. А вы уверены, что вообще надо будет что-то защищать? Может, нам сейчас сразу бежать надо будет? Может быть. Посмотрим. Но лишним не будет. Мы я понял. Угу. Не, просто не исключено, что защищать нам надо будет на точке эвакуации. Там всегда надо защищать. На но там всегда легко. Так, прям всегда. Как в прошлой миссии было сложно. Нет, в прошлой миссии было сложно, потому что 2 человека слились. Если, если 4 человека, то всегда легко. С 2, а. Очевидно, любой алар будет сложно. Все, я всех отхилил, можно вставлять последний цел. И сканец. И смотри. Фух, ну... У тебя инфекшена много. 3, 2, 1. Да, рип. Надо было сюда бы отдавать. Но я 4 хп потерял. Так, сейчас свет выключится. Теперь смотрим, он перезарядится или нет. Все, сломан. Скан слов. А, сигнализация включилась? Да. Судя по музыке, да. Готовьте, сейчас будет веселее. Скан еще. Скан бегает. Сколько он будет? Не написано же. Много. Так, Максим, ты это, давай без... Не деморализуй. Я просто догадываюсь, что... Нет. Что нет? Проклинаешь наш собег. Идут, один не помеченный, уже к нам идет. Идут и двери здесь. Да, со мной. И вас стреляет туретка по вам, наверное, нет? Да. Слегка, пробегаем. Вперед. Перезаряжаемся, пока есть время. Еще 2 скана. Это двойная. А, к нам услышали. Не помечены. Я помечаю. Плевалка за ним. Еще много. Еще, видимо, скан. А, назад, да. То есть вперед. Еще двойной. Двойной, опять двойной. Ничего не видно. А где второй? У нас инфекшн пошел? Да, у нас инфекшн пошел. У нас долбанный инфекшн пошел. Прям. Наверх. Ну, он, кстати, слабенький относительно. Но он, видимо, там поднимается еще. Плавно. Туман плавно поднимается. Да, он надо. Все выше, он понял. Мы не сканемся? А, мы все закончили. Все, что? Тихо, миссия какая-то. Так, мы закончили, все, экстракшн. Правильно? Нет, еще скан. Еще скан, окей. Да, он к нам идет. А, вижу. Помечаю, там много. Он пришел в эту же точку, тут обман. Аккуратно. Хоть друг по другу стреляете. Все, экстракшн. Поехали. Валим. Пробегаем сквозь. Я
такое ощущение, что я сейчас ни одной тычки не получил. Мне 60 хп. Ну, я чуть-чуть получил, но это значит, что мы очень хорошо стрелялись, молодцы. У нас был большой запас. Не расслабляйтесь. Да, да. Тебе настал. Вы точно понизу? Не знаю, я за хайпом буду. Хайп, если мы сейчас врежемся в стенку, то это... Нет, вот уже... Все нормально, все. Мы не врезались в стенку. Это может быть долгий скан. Это долгий скан. Тэфаемся. О, там за первую дверь пошли выламывать. Хорошо, что мы зачистим. Надо было убрать. Она далеко стоит. Меня убили? Это турет, как бы. Ты знал перемещение. Что типа турет? Непонятно. Я поднимаю, я поднимаю. Ай. А, откуда турет взялась, я вообще не понял. В смысле, она только что на все это время стояла зеленым и горела огромным. Она на вас наводится, она поворачивается. Она закончилась. Я сканю. Еще 50%. Им сейчас придет 10 гигантов. У меня патроны кончаются. Ничего страшного, вы их размотаете. Он живой. Мне еще патроны. Еще не помечены, я помечаю. Так, у меня 20. Не помечены. У меня один патрон. Мне ноль. Милишка. Молодка. Не вперед, не беги вперед. Скани, скани. 98%. Все, все нормально. Есть! Халявный. Ну, не совсем халявная, я бы сказал. Она была достаточно сложненькой. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. Ну это слабенько. Нормально. 2.10. Нет, 2.10 это уже как бы приличная так-то длительность. Нихрена себе слабенько, оценка такая. Это был нормальный дайкинг. Это даже не 5 часов сидеть, чтобы потом умереть. Ну, это миссия настолько же сложная, насколько C1 была сложная, в том, что просто долго сидишь и... Даже какая-то была миссия? Это Dash, D1.